Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Minecraft Dungeon и будем охотиться с вами за еще одним глазом. Кстати, смотрите, нифига себе, леса криперов, тут появилась галочка, что типа мы прошли. Мшистая пещера, там какой-то сундучок мы не нашли. Ну окей, ладно. Так, ну нам куда нужно отправляться? Нам нужно отправляться на тыквенные пастбища за глазом. Давайте, погнали. Так, уровень сложности. Самый легкий ставим. В принципе, нам не нужно какую-то огромную сложность ставить, чтобы пройти этот уровень. Теперь мы знаем, что можно перекатываться в какие-то места, которые просто вроде бы недоступны. И там мы найдем чувака, у которого надо будет отнять око. А это око нам очень нужно, потому что когда мы их все соберем, мы сможем открыть другие места. Ну что ж, погнали. Ох ты, ё-моё, сколько тут стрел-то. Тут заварушка была, походу, сильная. Ох ты, слушайте, а мы что-то нормально стали долбить, либо легкий уровень у нас. Смотрите, чуваки прям отлетают. Нифига себе, слушайте. Ё-моё, даже приятно как-то играть стало. Когда долбишь вот так вот всех. Ё-моё, нифига себе, они так отлетают, прикольно. Прикольно, нифига себе. Так даже интереснее играть. Ну, не факт, что со всеми врагами это будет прокатывать. Короче, смотрите, мы урон по 300 наносим сейчас. О, видите, они отлетают. Ну, короче, не все убиваются. Вот эти вот лучники помощнее, которые побольше. Им нужно уже несколько выстрелов. Так, а ну пошли. Да стой ты, блин, засранец. Я что, еще за тобой бегать, что ли, буду? Совсем охренели. О, тут еще один товарищ у нас что-то бегал. Мы его как-то пропустили. И все, бежим. Бежим дальше. Так, вот это возьмем. Нам обязательно всякие фишечки тут пригодятся. Опачки. Так, и где? Где наши все враги? Что-то тут мало вообще врагов на уровне. Ух ты, улетел. Так, иди сюда. Вот так вот. Вот. О, нифига, мы даже на 1000 уже как-то долбим. Что-то даже как-то, блин. Нормально, смотрите, почти с одного удара всех мочим. Единственное, так, а где стрелочка показывает, что нам в эту сторону надо? Значит, мы сначала пойдем в противоположную. Надо там все посмотреть внимательно. Потому что может быть где-нибудь проход. Где-нибудь может быть проход, в который нам как раз и нужно. А ну-ка, все свалили нахрен с моей дороги. Потому что мы идем око добывать. Ага. Тут мы пробежали и попали в тупик, который, в принципе, нам вообще не интересен. Мы только время потратили. Теперь, получается, нам якобы вот сюда, но мы пойдем вот в эту часть. Карты тут у нас тоже, походу, тупичок, но, возможно, тут есть какой-то проход. Зашибись. Ничего тут нету, к сожалению, значит, двигаемся дальше. Ну, на этой карте, я смотрю, не особо так и много врагов. Полупустая у нас, получается, локация. Эй, так, хлебушек взял. А ну, пошли вон. Так, тех чуваков надо тоже всех расстрелять сразу. А ну, стоять. Вот так вот у меня все убиваются. Вообще сегодня легко как-то. А ну стой. О. Так, тут огонь горит. Так, парни. Я понимаю, что вы меня все тут ненавидите, но как бы это самое. Может, уже будем дружить с вами? Потому что нет смысла на меня так нападать-то. Чё я вам сделал такого? Вроде ничего не делал, они меня долбят. Так, мы можем, получается, зайти вот сюда, да? Сейчас только вот этого лучника сломаю. И куда-то вовнутрь, типа, мы можем войти, да, путешествие. Ой, ты ё-моё. О, все, всех разбросал, зато я нашел сундук. Кучу всего. Эй, куда вышел? Так, а ну, пошли. О, припасы. Припасы обязательно возьмем. Так, что у нас тут? Хлебушек еще лежал. Это что такое? Так, миссия разблокирована. Архиприют. Серьезно? Мы миссию какую-то разблокировали, прикиньте.
Так, а тут у нас чувачок сидит. О, нифига, мы спасли. Таинственный торговец разблокирован у нас. Офигенно. Так, все ли мы тут собрали? Давайте проверим. Так, у нас быстрота какая-то активировалась. Конечно, она, блин, временно у нас. Ну, мы хотя бы... Смотрите, можем бежать прям очень быстро. Прикольно. Офигенная тема, блин, была бы она еще бесконечной. Чтобы можно было бегать. О, все. Счастье было недолгим. Но ничего страшного. Так. И я, насколько понимаю, вот тут еще у нас проход. Где-то. Где-то проход есть. Или мы тут пройти не можем? Нифига, а мы тут не можем пройти. Ладно, двигаемся дальше. Карта нам показывает, куда-то направо надо. О, пауки, блин, как я вас не люблю. О, они тоже отлетают легко. Блин, пошли в задницу. Так, лучники. За лучниками я гоняться не буду. Соответственно, блин, они сейчас все у меня отхватят. Паук, блин, паук от меня тоже убегает. Вы что все сегодня от меня убегаете? Хотя вы и раньше убегали, ну... Ладно, хрен с вами, я с вами разберусь. Разберусь. Блин, куда-то я вообще не в ту степь пошел. Вообще, в противоположную сторону от той, что мне надо. Но все равно мне эту всю карту надо изучить. Ух ты, что это я такое нашел? Серпы? Нифига себе. Серпы — это что-то новое, по-моему, серпов у нас не было. Так, эй, толпа, вы чё, офигели тут на меня нападать, блин? Так, книжка, а шо чувака отлетела? Нифига я ему долбанул. Так, двигаемся дальше. И что? Что мы тут найдем? У меня такое ощущение, что мы сейчас просто пробежимся тут. И опять упремся в тупик, в котором ничего не будет. Так, блин, я же не вижу тут ни хрена. Гады встали в такое место. А, вот, ты еще тут бегаешь, да, все-таки так. Сколько вас там? Все? Так, паучок. Еще один паучок. Ой, маленький. О, нифига, это маленький опять крепеныш. Я даже не знаю, как его правильно назвать. Бегает на этой самой фигне. Так, а что тут нам показывают? Очарованная овца. Лук какой-то я тут нашел. Странно. О, сердечко. А что это? Типа место какое-то показывается, что тут типа мы что-то найти можем. Я не понимаю все эти обозначения тут, которые... Так, пошли вон, пауки особенно. Ай, блин, застрял я. Застрял в паутине. Давай быстрее паутины исчезаем. Так... Вот тут все, регенерация у нас временная включилась. О, еще смотрите, мы еще до одного корабля с вами дошли. Прикольно. Так, путешествовать, однозначно путешествовать. И мы опять новый сундук открыли. Меч какой-то нашли. И... Опа, да ладно, серьезно? Враги будут? Ой, да ё-моё, это что, все что ли? Да не смешите меня. О, и сундук еще один у нас. Так, доспехи охотника мы нашли. Хорошо, допустим, мы нашли. А тут что, все? И нахрена было двери закрывать, я понимаю, если бы за ней что-то лежало. Но за ней ни хрена нету. И мы так долго шли за доспехами охотника, получается? Ну, что-то как-то я бы не сказал, что так густо. Блин. Ну да ладно. Ну хоть что-то мы нашли, уже хорошо. И мы, кстати, открыли какую-то локацию в прошлой пещере. И вот интересно будет посмотреть, что мы открыли. Так что, скорее всего, в следующий раз мы уже, может быть, даже сунемся на какую-то другую локацию, которую мы еще не проходили. Или, может быть, все-таки пойдем еще одно око забирать. Я пока что еще не решил. Будет все зависеть от того, найдем ли мы сейчас вообще око. Потому что найти его не так оказывается просто. Потому что карты огромные.
И вот так вот бродить тут, конечно, еще то веселье. Без карты тут, конечно, вообще бы было проблематично. Хорошо, хоть разработчики додумались добавить карту на уровень. Иначе бы я 100% вообще бы никак не нашел, куда идти. Так, опять у нас маленький зомбик бегает. Блин. Блин. Так, а я вот тут пробежал все, получается? Я, по-моему, вот тут не оббежал и всех не убил. А, ну тут у нас, кроме яблочка, которое дает регенерацию, больше ни хрена и не было. Динамит я даже брать не хочу, потому что от него смысла никакого нет. Вот мне бы сейчас вот сюда наверх забраться для начала. Так, как мне к вам подкрасться-то? Как мне наверх к вам попасть? Я думал, я застрял. Оказывается, я просто в паутине стоял. Так, ну, сначала, значит, вот тут по кругу обходим. Вот, смотрите, мы еще куда-то сюда можем пойти. А что у нас тут? Ну как, блин, мы что-то очень далеко уходим от того места, наверное, куда нам нужно идти, но я на самом деле и не знаю, куда нам нужно идти, поэтому будем действовать по интуиции. Допустим, мы пошли сюда, ну, значит, идем сюда. Не знаю, может быть, как раз мы... О, тут у нас сражение какое-то, подождите-ка. Типа тут пещера вообще... Ой, не пещера, видите, ворота должны закрыться. Сундучок нашел. Отлично, изумрудики собрали. Дальше. Обходим все. Так, сюда мы никуда пробраться не можем. Ладно. Ага, еще одна пещера есть. Опа, так, ворота закрылись. И, блин, целая толпа взрывающаяся. А это кто такой? Чувак. Какой-то странный был, но я его замочил. Так, ну, кто? Кто еще тут на меня будет нападать? Давайте, шустрее, смелее, подходим, не стесняемся, наваляю я всем. Так что можете спокойно все выходить. Мало вам не покажется. Так, я пока просто оббегаю всю локацию и смотрю, куда мы еще можем пробраться. Кстати, вот, блин, думал, тут открыто, а тут нифига. Нифига, тут просто домик. Так. Ну, где все враги-то? Все? Вас так мало? Серьезно? Даже как-то, блин, стыдно за вас. То вы, блин, такими толпами нападаете, то вообще вас ни хрена тут не найдешь на этой карте. Появляетесь еле-еле, блин. Ну давайте уже энергичнее. Я вас тут издалека всех могу замочить. Даже особо не стараясь. Так, все, двери открылись. Вот тут где-то нам показывает, что какой-то сундук есть. Да, есть сундук, реально, с изумрудами. Отлично, изумрудов набрали. И теперь мы можем куда-то сюда подняться и еще в какую-то пещеру зайти. Ого. Вот, целая толпа тут у нас уже. Ну, не толпа, но побольше. И давайте пробежимся, посмотрим. Ух ты, смотрите, какой кувшин мы разбили. Он уже по-другому даже выглядит. Прикольненько. Так, и насколько я помню... Ой, ё-моё. Эй, какие тут чуваки-то. Жесткие. Нормально, долбануло. Так, нам нужно тут, получается, все вообще обойти. Так. Ну, мы уже были в этом месте в прошлый раз, когда мы проходили. Ух ты, блин, откуда вы такие резко беретесь? О, блин, а нифига, они жесткие типы-то. То есть они с первого раза не убиваются. Так, давайте с вами договоримся, что вы на меня особо-то нападать не будете, так? Я просто аккуратненько тут похожу. А вы мне не будете мешать. Вот так вот. Вот первый сундучок нашел. Замечательно. Так. Этих убил. Вот, смотрите, еще изумруды. То есть тут, если походить-то, можно, по сути, намутить много всего интересного. Но мы на эту карту пришли не для этого всего. Нам главное найти око.
А может быть еще даже что-нибудь интересное наподобие открытия новых локаций. Но точно не... Ух ты, блин, долбанул это как. Так, а как мне сюда-то пробраться к ним? Прохода тут нету. Эй. Кто там колдует вот эти все столбики? Сейчас я к вам подымусь. А... Блин, зачарованные. Зачарованные вот эти гаденыши. Блин, нифига себе толпень там. Но сами же себя этими столбиками и замочили. Так, я пока вот тут пробегу. Так, не пойму, кто колдует. Кто всех заколдовал? О. Так, чувак, это ты? Блин, я ж прыгать не могу. Блин, вот ты заставляешь меня за тобой бежать. Вот, все. Получил он по башке. А, проверяем вот тут все. Ни хрена тут нету у нас. Значит, вот как-то обходим. Перепрыгиваем. И пошли все в задницу. Не смейте взрываться рядом со мной, блин. Совсем сдурели. Я тут вообще-то это... Как бы... Пришел за сокровищами. Так, о! Чувачок синенький. Так, ну все. Даже не см... Ой, да ладно, вас двое, что ли? Вы хорош. Эй! Откуда вас столько? Где ты там? Иди сюда. Я тебя ударами замочу. Быстрее. О, ништячков собрали. И у нас открылся проход, кстати. А вот этот проход как нам открыть? Так, еще какой-то меч мы намутили тут. Окей. Так, вроде бы тут все пробежали. И смотрите, у нас даже есть... Ох ты, сколько всего. Сколько всего мы тут нашли, ребята. Крутяк просто. Так, а что я сделал? Я типа на кнопку нажал. Типа там, если дверь открылась, то это прикольно. Давайте проверим. Да, открылся проход. А, в еще одно подземелье. Пошел вон отсюда. Так, все тут быстренько разбежались. Так, а что это мы бутылочку с вами не взяли? Паук пошел нафиг. Улетел вообще сразу, видели? С пауками надо сразу разбираться, а то они такие противные гады приклеивают меня к полу. И я потом ни хрена ходить нормально не могу. Зачем так делать? Я вам что, что-то плохое что ли сделал? Я просто иду, никому не мешаю. А это что такое у нас за жижа какая-то, в которую я типа пройти могу еще, нифига себе. Но ничего с ней сделать не могу. Ну прохода там явно никакого нету. Так, а что я так медленно хожу? О, ди... Вот он! Вот он, ребята! Ой, блин, да сдохни ты. Так, ну я вас... Я тебя... А, завалю. Блин, короче, по этой фигне розовой я не могу нормально ходить. Ну, блин, ему осталось чуть-чуть. Вот, короче, этот тип, от которого я око получил. Да, да. Ребята, око мы добыли. Супер просто. Все, слушайте, я теперь очень доволен. И мы еще куда-то теперь выходим. И куда мы вышли? Охренеть, куда мы вышли? А мы тут даже и не были еще. А, мы куда-то наверх ушли, да? Так, чуваки, ну, слушайте, давайте я вас всех уже тут завалю до конца. Чтобы вы тут все не бегали. Даже не знаю, сколько вас тут. Ну, я думаю, не особо много. И после этого чувака с оком, даже вот вы мне абсолютно всей толпой не страшны. Просто пробегаем. Так, вот он, колдун. Опа, колдуна замочили. Блин, мы просто тут огромнейшую локацию не пробежали. Просто пипец. Так, вот как мне к этим чувакам наверх подняться? Где-то тут должен быть проход. Угу. Так, это что такое? Динамит. Как мне его закинуть к ним? Ловите. Где-то же должен быть проход. Вот они сверху прыгают. Получается. А к ним-то мне как пробраться? Где-то, походу, в обход
надо пробежать. Сейчас проверим. Потому что хочется на этой карте уже всех просто замочить. Чтобы никого не осталось. Ну что ты за мной... Ух ты, блин, он меня еще ударить умудрился успеть. Во гад, а. Так, паук откуда-то выполз. Откуда ты там выполз, непонятно. Так, смотрите. А, нет, нам сюда надо идти. Это тут уже у нас финал. Значит, нам нужно вот тут всю карту исследовать. Так, смотрим внимательно. Тут у нас тупичок. Так, этих убиваем, гаденыши. Серпы еще одни мы нашли. Но серпы нам могут быть полезны, в принципе. А может и нет. Во, я нашел еще один сосудик. Отлично. Так, а как мне... Хорошо, я пришел сюда в тупик. А наверх я подняться там на гору не могу, типа, да? Вот как мне вот тут забраться? Или могу... О, все, чуваки, я до вас добрался. Пошли нафиг. Так, где вы там? Так, и паука мне надо. О, паука, прям фига, паук прям в костер улетел. Так, ё-моё, сколько вас тут? Я даже не ожидал, что вас тут так много. А вы, оказывается, вот тут прячетесь, да? Эй, я застрял опять, да что ж такое? Так, лучники. Лучников очень дохрена. Так, изумруды я еще нашел. И стрелы. А чё у меня карта такая темная стала? Типа я на верхушке, что ли, нахожусь из-за этого? Ну, вроде все. Вроде я всех замочил, если так вот посмотреть. И, получается, могу спускаться вниз. Да, из-за того, что я был наверху, у нас как раз и карта стала такого более красного цвета, насыщенного. И теперь я спокойненько могу уже бежать к финалу этой карты. И мы будем с вами радоваться тому, что новое око мы захватили все-таки. Ну, еще меня радует, конечно, то, что мы нашли какой-то новый проход в еще какую-то локацию у нас открылся. Уже не помню в какую, но мы по-любому в нее попадем. Так, чувствую, сейчас еще один у нас бой будет, да. Ворота закрылись, и сейчас начнут тут... Эй, а ну стоять, ну иди сюда. А, я по нему, блин, стрельнуть-то не могу. Архизлодеянин просто так сейчас не сдастся, потому что это не его уровень абсолютно. Ну, ловите. Блин, куда-то не туда я кинул бомбочку. Ну да, в принципе, все. Новая цель. Найдено событие. Дверь открыта. А, это вот это, типа, да, у нас открылись ворота. Сейчас еще кто-нибудь на нас нападет, нет? Так, новая цель. Подъемный мост. А, последний очаг. Или рычаг. Нет, очаг. Получается, нам просто вот этих всех чуваков надо завалить. Да вообще без проблем. Они тут легкие вообще. То есть вообще никакой угрозы не представляют. Щелкаем еще один рычаг. И у нас открывается мост. Сразу пробегаем. И у нас тут, смотрите, сколько ништяков сразу лежит. Ё-моё. Вот это крутяк. Собираем все. И куда же мы? Куда же мы? Куда же мы? Тут движемся. Че, все? Финал? Блин, думал финал, а тут криперов сколько, блин. Еще и взрывающихся добавили сюда. Вы чего, блин, откуда вас столько? Я вообще не планировал с вами встречаться. Я думал, сейчас просто какие-нибудь тут ништячки пособираю и все, и выйдем отсюда. Но нет. Нет, смотрите, тут, блин, народу дофигища. Блин, еще умудряются взрываться. Да это что за нафиг? Эй. Так. А, ну, слушайте, они легко вообще валятся. С двух ударов. На тебе бомбу, смотри, сейчас попадет в нее. Бах, нормально. Все. О, свинка. Свинка с ништячками. Блин, в задницу и попал. Так, стой, да где ты там бегаешь-то? Я что теперь за тобой носиться буду? Так, тут колдун, паук. О, свинья. Попал я все-таки по ней. Так, забираем все, что она скинула. Так, а мы, типа, получается, нам сюда и надо бежать, да? Блин.
Охренеть, тут локация какая большая. Нет, не сюда нам надо бежать. Вот сюда мы сначала, значит, бежим. И тут все до конца проверим. Да, карта тут огромная. Блин, это что-то такая какая-то заколдованная корова, что ли? Что за нафиг? Она даже убивается с трудом. Нифига, прикиньте. Какая-то, блин, прям реально злая корова. Так, ну чё, тут все проверили. Ага, о, изумрудики еще нашли. И теперь можем уже возвращаться в другое место бежать. Да, тут появляются враги, которых я вроде бы даже раньше и не видел на самом деле-то. Или просто я уже подзабыл, что я их видел. Ну, в любом случае, я не помню их. Колдун улетел. Так, что у нас тут? Опять тупичок. Ладненько. Так, лучники сразу аривидерчи. Так, ты тоже сдох. А, блин, а в какую сторону-то мне двигать? Нет, мне, значит, противоположную. Значит, я сейчас правильно пока иду. Колдун пошел вон отсюда. Ну и чем вот сюда прибежали? Я что-то вот не понял прикола. Зачем такие тупики делать, в которых вообще ни хрена ничего не лежит? Хотя бы могли сосуды поставить с изумрудами. Тогда бы не так обидно было бежать. Но нет, блин. Такой огромный путь пробегаем, и все зазря. Ну ладно, может быть, все-таки мы что-нибудь и сможем найти в этих спрятанных уголках. В чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Да пофигу. Главное, мы почти все, что нужно, выполнили. Даже не почти, мы главное, что нашли око. На остальное нам вообще, по сути, должно быть пофигу. Как я думаю. Так, а тут что у нас светится? Так, серпы опять. Что-то мы на этом уровне очень много серпов набрали. Если так посмотреть. Да чего вы все на меня нападаете-то? Задолбали уже. Так, нет, пока мне рано сюда идти, я еще тот кусок не посмотрел. Хотя, наверное, скорее всего, это просто у нас обход идет. То есть мы можем и с одной, и с другой стороны. В дом, блин, мы опять попасть не можем, что очень печальненько. Опа, чувачок на проходе стоял такой, стоит, ждет что-то там. Да, это просто у нас обход был с другой стороны. Я уж подумал, мы в какую-то другую локацию с вами переберемся. Но нет. Нифига. Так, пошли, ребят, отсюда. Просто даже не хочу с вами разговаривать. Вы мне не нравитесь, вы на меня постоянно нападаете, а я вам, кстати, ничего не делал. Вот если бы я просто бежал, вы бы, скорее всего, на меня также напали. Вообще... без вопросов. Да что ты никак не сдохнешь. Так, откуда вас только тут опять взялось? То есть вас то нету ни хрена на карте, то у вас прям огромная какая-то толпа. Нездоровая. Да что ты, блин. Я еще заметил, они вот любят окружать. То есть они втихаря вот так вот набегают все с разных сторон и начинают меня долбить. Да, так, водопадик. Но не могу я туда попасть. Так, хлебушка, стрелы взяли. Замечательно. Двигаемся, двигаемся. Но вот эти маленькие зомбики, блин, на цыплятах забавные вообще. Типчики такие. Как они оседлали этих цыплят, правда, непонятно. Но история об этом умалчивает. Видимо, мы об этом никогда не узнаем. Как они это сделали. Блин, смотрите, лучников, очень много лучников. Не знаю, с чем это связано. Может, они что-то охраняют. Да ладно, еще одна пещера. Давайте обязательно сюда зайдем. Блин, она опять не маленькая. Нифига, причем не маленькая. Просто, слушайте, блин, ну этот уровень прям реально огромный. Прям нереальных размеров. Так, ну тут явно я никуда не перепрыгну. Хорошо. Давайте смотреть, что тут в других комнатах. Так. Открыть. О, нифига, это схрон? Серьезно? Слушайте, я, по-моему, не открывал такой схрон. Прикольно, там оружие лежало. Ништячковое, вроде как. Но ништячковое оно или нет, мы узнаем только когда с вами
выйдем уже с этой карты и там будем разбираться. Так, давайте еще откроем склепчик один. И тут у нас тоже схрон. А, ну это лук и прочая фигня, которая нам особо не интересна. Так, и чё? Это все, что ли? Это все, что есть тут? Не густо. Пещера небольшая. Я уже думал, тут опять огромнейшая пещера будет. Ну и да ладно. По сути, мы тут все собрали. Самое ценное. И можем двигаться дальше. Ну вот меня единственное смущает, почему же все-таки тут так лучников-то много. Так, водички у нас, как обычно, нифига нету. Колдунов, кстати, полно. Смотрите, прям. Блин, смотрите, тут просто книжный отдел. Они все с книжками стоят тут, блин, и пытаются что-то наколдовать. Но у них нифига не выходит. Потому что я... Ух ты, нифига тут толпень. Ребята, ребята, стоять. Блин. О, один улетел. Блин, лучников вот тут сейчас прям какое-то нереальное количество. Блин, еще по всем попасть бы. Так, коровка, извини. Мне нужно... немножечко еды. Так, ну, вроде всех тут замочили, да? Так, и надо стрелы. Блин, опять тут целая толпа и лучников, и магов. Откуда все берутся, блин? А я вот как подхожу, они сразу драпать начинают. Во, блин. Значит, они смелые, у нас получается только, блин, когда издалека стреляют, конечно. А попробуйте вот на меня напасть. Когда я рядом стою. Хрен у вас чего выйдет. Так, ну потихонечку спускаемся в деревню. Надо всю ее осмотреть. Тут по-любому могут быть где-то ништячки запрятаны. Какие-нибудь еще. Вот, например, видите, сосудик стоит, чпок. А мы бы могли его пропустить. Так, почему дверь закрыта? Непонятно. Мы сейчас вот сюда зайдем, жмянькнем, и сейчас, походу, толпа, ага, архизлодеянин появился, да-да-да, и начал сразу колдовать тут, чтоб на меня целая толпень нападала, ну классно вообще. Ну, где еще? Давайте, ребят, и энергичнее как-то. Я за вами носиться за всеми не буду, я тупо буду по вам стрелять. Я пока вы тут титьки мнете, я сам обойду, короче, пещеру. Ой, пещеру, карту всю. И просто посмотрю, где тут у нас что еще лежит. Да блин, эти столбики задолбали, блин, так неудобно с ними. Причем половина чуваков стоит и даже не одупляют, что происходит вообще и куда им надо идти. Молодцы вообще, ребята. Ну, стойте там, стойте. Я пока тут сейчас быстренько оббегу, посмотрю, что есть еще тут. Так, не понял. Какой нахрен вызыватель? Все? Да ладно, еще... Блин, нифига, это типа босс, что ли? Так, вызывателя мы почти добили. Еще бы его догнать. Во, догнал. Он такой у нас хитрожопый чувачок. Бегает очень быстро. Ну где вы там все? Задолбали уже. А, последний маг остался. Нет, не последний? Серьезно, вас тут много, что ли, ребят? Вот, все. Отлично, новое событие. Дверь открылась у нас. Дверь-то хорошо, что открылась, но пока что подождите. Я вот тут еще, по-моему, не все посмотрел. Так, на корабле у нас ни хрена получается нету, да? Блин, я уж обрадовался, думал, сейчас на корабль зайду. И мы туда еще спустимся тоже, но нифига. А, обломчик вышел небольшой. Так, что еще тут есть? Войдите в магистрат. Бегство. Ну, сейчас войдем обязательно. Как же без этого-то? Так, все, получается, сюда. Выходим. Да, все, победа. Мы завершили эту миссию, тыквенное пастбище у нас зачищено, и мы получили с вами целый глаз, или можно сказать око, которое нам будет нужно, чтобы пройти другие миссии. Так, и... Так, урона... Так,
попаданий снарядов, потеряно игроков, исцелено. Ну, что там у нас внутри лежит? Давай быстрее открывайся. И давай что-нибудь классное. Так. Нечистый маяк. Блин. Я думал, что-то лучше будет. Так, у нас же торговец еще один появился, да? Таинственный торговец. Ох ты, нифига себе, у нас тут еще ништяки. Забрать изумруды. Так, тут, блин, изумруды, прикольно. Так, что ты продаешь? Случайное, чего оружие ближнего боя? Давай купим, пофигу, мощь, булава. Так, и лук силы. Ладно, допустим. Так, а ты кто такой? А, это типа манекен для битья, я просто могу его лупить. Нифига себе, смотрите, тут еще сундук. То есть, прикиньте, тут раскиданы, оказывается, всякие сундуки. О, да ладно. Я, оказывается, тут еще ходить по этим локациям могу. И тут что-то еще смотреть. Так, карту я тут включить не могу, смотрите, тут по-хитрому сделано. Так, и куда я прибежал? Серьезно, тут какая-то пещера еще есть? Это что за зал? Смотрите, тут какие-то, блин, картины. Нифига, это что такое? А куда я бегу-то? Картина собаки. Я могу что-нибудь с ней сделать? Да ладно, а чё... Слушайте, нифига, я к картине подошел, что-то сделал. И она меняется. А в чем прикол? Так, разместить руну. Ну, типа одну руну я всего могу разместить. А, то есть я могу какие-то еще руны находить, тут размещать. И походу тут что-то где-то может быть потом откроется у нас. Интересно, нифига себе, я даже не знал, что тут такой прикол есть. Вот так вот. Оказывается, надо просто вдоль и поперек все проходить, и тогда можно найти кучу разных, блин, странных вещей. Смотрите, внизу сундук еще есть. Так, ну ладно, давайте, наверное, в следующий раз-то прогуляемся. Просто сейчас зайдем на миссию, посмотрим, у нас галочка тут стоит. Тыквенные пастбища. Да ладно, блин, сундучок остался где-то. Мы же все собрали. Архиприют у нас, кстати, открылся. Мы в него, наверное, в следующий раз пойдем. Где у нас еще глаз ока есть? Во, пустынный храм. Ё-моё, залы высокоблочья. Там тоже получается, да? Крепость. Ё-моё, сколько нам всего. Еще другие. Это только материк. Островные королевства, прикиньте, сколько тут всего. Потом другие измерения еще. Охренеть, слушайте, ну тут очень много нам еще проходить, ребят. И будем обязательно это делать с вами. А на этом все. А, нет, еще не все, стоять. Мы же нашли какое-то крутое оружие, да? Давайте посмотрим. Наш лук 51-127. Мы нашли 115-345. Однозначно берем и еще и чаруем его. Все. Просто по максимуму прокачиваем. Это прямо сейчас мощь, а не лук будет. Просто на все три штуки прокачали. Смотрим наше оружие. У нас 80-123. А булаву мы нашли 112. Ух ты, нифига себе. Так, ну тогда тоже берем и зачаровываем по максимуму. Так, цели. Ударная волна имеет шанс сковать группу мобов. Не, ударная волна пусть будет. Урон 104. Охренеть. Блин, а мы еще тут третью-то не открыли, да? Окей. Так, а это что такое? Волчья шкура. 148 здоровья. Давайте смотреть. 257 здоровья, кольчуга. Давайте переключимся на костюм и посмотрим. Максимально 257. Так, ну, слушайте, та прям самая крутая получается у нас, если смотреть
по характеристикам 257. Однозначно ее берем. Давайте тоже зачаруем. Удача моря или отражение. Давайте отражением. Так. Фокусировка молнии или защита. Фокусировка молнии. Все, охренеть. Слушайте, у нас сейчас чувак просто мощнейший. И мы его мощь посмотрим уже в следующий раз. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.